Базар ТВ представляет. Приветствую всех зрителей канала Базар ТВ. Перед вами Samsung Galaxy J2 Core. Но при этом я хочу запустить, это такой вот эксперимент будет. Старый-престарый из 2015 года Antutu Benchmark 573. Вот так вот. Посмотрим, какие баллы наберет в Antutu Benchmark 573 при смартфоне Galaxy J2 Core из 2018 года Android 8.1 Go Edition. Нажимаем тест, но перед тем, как тест нажать, в рейтинге на тот момент победимым был Meizu MX4, а также Galaxy Note 4 от Samsung. А тут, пожалуйста, J2 Core SMJ260F. Нажимаем тест. Посмотрим, как поведет себя Antutu Benchmark 573 на Galaxy J2 Core с Android 8.1 Go Edition. Если дойду, могу поэкспериментировать и версии поранее. Например, версии 5.3 Antutu Benchmark, 4-й версии даже могу попробовать запустить. Вот какая ностальгия будет, но при этом вместе с бюджетным, но современным смартфоном, так же как и смартфон покруче. Надо будет посмотреть конкретно, потому что сейчас нынешний Antutu, он переработанный полностью. Столько всего, тесты усилены так, что требуется знать, что смартфон это тоже изменились. А тут старый 573 Antutu Benchmark. Здорово узнавать. Здорово при этом смотреть на тест, как все это происходит на экране таких вот поздних смартфонов. Сейчас вот эффективность ОЗУ. Хочу напомнить. Samsung Galaxy J2 Core. На нем процессор Exynos 7570. 1 гигабайт оперативной памяти. 8 гиг встроенный. Вот так вот. При этом экран довольно-таки нормальный. 6000 рублей стоит на данный момент, пока еще продается J2 Core. Такой вот смартфон бюджетного уровня. Базовый, причем урезанный. Ведь на нем Go Edition стоит. И урезанная, точнее в урезанном виде, Samsung Experience оболочка. 960 на 540. Ну блин, потрясающе. Я бы даже сказал, очень даже ничего. Antutu Benchmark. А это 3D-графика. Запускается 3D-бенчмарк. Но неплохо, согласитесь. Вот это класс, бенчмарк. Так вот срабатывает безо всяких особых тормозов. FPS подскочил до 22 даже. 23, 29, 30! А вот это вообще смешно! Непроверенно пишет, но при этом набирает, знаете сколько? 30651 попугайчиков. Да-да, в то время попугайчиком еще называли. Вот это круть! При этом LG G3
круче J2 Core получается, но при этом J2 Core круче HTC One. Ну, не знаю, не знаю. 30651 баллов. Офигеть. Смотрим инфу. Так вот. Samsung SMG260F. 32-битная версия Android 8.1.0. Процессор не определен. Но я знаю, что это Exynos. Мои T720 графический ускоритель. Там камера 8 мегапикселей уже тянет. 960x540. Сейчас еще немножко отойду, чтобы не спалить IMEI. Вот, пожалуйста, ОЗУ, System Storage и внутренний накопитель. Дисплей. Вот мои T720. Мультитач. Что я могу сказать по поводу мультитача? Одной рукой, конечно, неудобно, но сейчас... 1, 2, 3, 4, 5. И... А дальше как? Вы не поверите. У Samsung Galaxy J2 Core максимум 5 касаний. Не 10, а 5. Но смартфон вполне адекватно работает. Нифига себе. Вот такой вот эксперимент получился. Samsung Galaxy J2 Core, Android 8.1 Go Edition, смартфон из 2018 года, а Antutu Benchmark из 2015 года. Напомню, версия 5.7.3 Antutu Benchmark. Поинтереснее, наверное, будет с ранними версиями, если дойду. Всем большое спасибо вам за внимание. Не забывайте подписаться на наш канал Базар ТВ, нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе нового видео, ставить лайки. Ну и всем удачи, до свидания. Спасибо за просмотр на нашем канале. С вами был Базар ТВ.